13 декабря поезд номер 141Г Москва-Чебоксары будет ходить по новому расписанию. Из Чебоксар поезд будет отправляться в 21:15 и прибывать в Москву в 10:35. Таким образом, в пути пассажиры будут проводить на 19 минут меньше, сообщается на портале правительства Чувашии. И еще информация для пассажиров. С 16 по 19 ноября 2015 года пассажиры смогут оформить билеты на верхней полке купейных вагонов со скидкой в 35%. Акция распространяется только на поезда федеральной пассажирской компании, курсирующие внутри страны. Еще одно условие. Поезд должен отправиться по маршруту до 24 декабря. Скидки не распространяются на поезда, которые включены в программу «Динамическое ценообразование».